Ну, с чего начинается обычно коллекция острого перца? Обычно люди знают, что такое бараний рог, огонек и так далее. И вдруг видят вот что-то такое из этих серий. И происходит в голове какая-то революция, что оказывается острый перец, он еще и цветок. И погоня за варигатными пестролистными перчиками, сиреневыми, фиолетовыми, с фиолетовым листочком. Ну уж совсем разукрашенные, которые пестролистные, фиолетовый, зеленый и белый цвет, чтобы был. И просто зеленые, и переходящие с пурпура в красный, в оранжевый. И вот начинается изучение таких сортов. И в основном на декоративные перчики, конечно, идет охота. Хочется и такой вырастить, и другой, и третий, и четвертый, и пятый. Это маленькая толика из нашей коллекции, что я сейчас принесла сюда. Это Трешур Ред, белый клык. Очень урожайный перчик. Очень люблю его. Вот за такую красоту. А потом появляются перчики еще и ароматные, такие как ягодные. И начинаешь уже собирать коллекцию разных ароматов. Цитрусовый, смородинка, яблочко, тропические фрукты, сверхострые перцы с их обалденно интересными не только остротой, но ароматами. Там тоже ж какой спектр ароматов. И персиком там нотки чувствуют, и манго, и чего только мы не услышим, какие запахи в этих во всех перчиках. А потом начинают удивляться. Ну, у вас уже есть вернир с таким шикарным ароматом и с переходом от белого через сиреневый в красный цвет. Можно уже получить и красивый, и вкусный перец. Но вот все-таки теперь, когда у нас уже в коллекции по 200 сортов перца, ребята, все равно декоративные. Это мое сердечко, это моя душа. Но люблю эти перчики не столько для еды, сколько для красоты. Конечно, их можно есть. У них перечный классический аромат практически у всех. Но как можно от такой красоты отказаться? Это вот новенький, новиночка от Сережи Локко. Это тоже Сережа новенький. Не знаю, какой. Потерялась этикеточка. Вот такая красота. Как можно от декоративных отказываться? Красавчик в этом году у меня Томин вырос. У него более такой с голубизной, с сиреневой цвет. Трешур Ред, Ушу, Уголек, Пеппа растет, но еще нету перчиков. Как можно от такой красоты отказаться? Ну, конечно, никак. Но вот это все низкорослые сорта. Это сангрия. Это сангрия. Красотун. Это подписан Филиус Блю. Боюсь, что это Претти. Они очень похожи. Ну, возможно, это Филиус Блю. Ну, какие-то перчики крупновастее, чем обычно бывает. Ну, а это карлички. Это мои совсем крохотуны. Карлики, смесь. Я все собрала вместе. Это вот этот, что цвел букетно, а сейчас букетно завязывается. Они по 5 сантиметров. Вон. Как их не любить? Как их не вырастить? Конечно, пусть растут. Пусть растут наравне с бакатумами, со сверхострыми. И вот пестролистный палет. Тоже новиночка от Сережи. Да, конечно же, вкусы вкусами, а красота красотой. Нам всякие перчики нужны, каждый перчик нам важен.